Ситуация в Каталонии – это катастрофа, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете «Эль Паис». По его словам, события после референдума о независимости региона не только ухудшили политическую атмосферу, но и породили внутренний раскол в испанском и каталонском обществе. Между тем, в Аргентине от неизвестной инфекции скончался генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Масса. Он был главным обвинителем на процессе против членов отправленного в отставку каталонского правительства. Кто займет место Массы, пока не сообщается.